Ваши отношения можно назвать свободными? Муж хочет таких отношений. У нас не свободные отношения. Мы заняты. У нас абсолютно заняты. Мы не сможем присоединиться к вам. У нас все время занято. Мне кажется, свободные отношения – это когда вы, в принципе, встречаетесь тогда, когда вам комфортно, да, или живете вместе, но вы приходите к заключению оба, причем добровольно, что вы встречаетесь с другими партнерами. Мужчинами, женщинами, с кем угодно. То есть либо вместе, либо отдельно. Так я понимаю свободные отношения. Я знаком с одним примером свободных отношений. Так. Свободные отношения в публичном доме. Вот там абсолютно свободные отношения. Ты когда хочешь, приходишь, когда хочешь, уходишь. Ну, там просто, ну, есть определенные условия. В публичный дом эти свободные отношения. Ты просто так не зайдешь. Вот, поэтому, ну, для меня свободные отношения – это вот публичный дом. Ну, я не против, ребят, ну, как бы, кто хочет, ради бога. Просто мы, ну, мы с женой создали семью, а семья означает верность. И есть такое слово – верность, знаете, верность. Мы так договорились. Мы договорились, что мы будем друг другу верны. Нет, смотрите, есть такой формат отношений, и я считаю, что, ради бога, если… Для обоих партнеров это устраивает, если обоих партнеров это устраивает, ну, почему нет? Но если он хочет, а вы не хотите, если просто ваша ценность, с вашими ценностями это не совпадает, то это нужно как-то обсуждать. То есть либо он тогда как уходит, обсуждать? Как имеет, обсуждать? Имеет свободное отношение, но не с вами тогда. Муж просто хочет... Он хочет гулять, ну, как бы быть... Он хочет и рыбку съесть, ну, да. Да, и сексом насладиться. Понимаете? Ну, как-то да. Анальным. Вот. Похоже, в его случае. Нет, нормально, я мужика понимаю. Ну, то есть, хочется гулять, ну, нормально. Просто, ну, при этом нужно понимать ответственность. Если ты хочешь гулять, значит, разводись с женой, значит, ну, обеспечивать детей и вперед гулять без проблем. Да, а видишь, какая ситуация у мужиков? Интересно. У мужиков. Они, когда каждый женатый мужик думает... Он помнит там свое детство золотое, подростковое. Он помнит, что 100 телок, я сейчас выйду в бар. В баре 100 телок интересных, прям вообще. Все вокруг будут такие, все мои. Но как только мужик там разводится или просто пытается там в это свободное пространство выйти, он вдруг обнаруживает то, о чем забыл. Что там вот таких мужиков, которые рыскают, в поисках свободного, легкого секса, дохренища. И все они моложе, у кого какие, чуть побогаче. И что оказывается, просто женщину уговорить на легкий секс без отношений, это задача, как говорили у нас на уроках математики, со звездочкой повышенной сложности. Потому что все эти вот эти девочки, которые кажутся красивыми и такими улыбающимися, они не хотят легкого секса, они хотят серьезных отношений. Прям серьезных таких, как, знаете, серьезных и тяжелых, как магнитогорский металлургический комбинат, знаете, такое. Вот прямо таких хотят отношений, чтобы прямо жесть была, вот. Чтобы ни разу не улыбнулись за 12 лет. Вот таких они отношений хотят. И, а мужчина, он начинает понимать, что как бы, ну если вот я там поохочусь, и мне не повезет, то всегда есть жена. Такой, знаете, беспроигрышный вариант, беспроигрышная лотерея, вот. Ну, не знаю, мне кажется, что это унизительно для женщины, но и мне кажется, это унизительно для мужика. Почему? Потому что да какая-то крыса просто. Ну, ты уже определись куда-то. Чего ж тут как прошмандовка? Туда-сюда, лево-вправо. Ты уже сначала определись. Сначала обещала верность. Потом сначала говорил жене, что я тебя люблю, что и говори тебе, а на самом деле смотрю налево. Ну, если ты свои яйца удержать в трусах не можешь, но какой ты мужик, я не понимаю тогда. Ну, мужская верность-то что-то значит или нет? Ну, слово мужика что-то значит или он балаболка? Бла-бла-бол. Ну, если ты сказал женщине, что... Ты же сказал женщине, что ты ее любишь, что ты будешь верным. Она тебе пообещала то же самое. А теперь ты говоришь, да нет, я хочу трахаться со всеми подряд. Но как-то нужно быть верным. Тогда нужно сказать, я забираю свое слово, ни я не смог... Не шмогла я, не шмогла. Все, и искать себе другую женщину, которая скажет, хочешь гулять налево-направо, я тоже буду гулять налево-направо. Обычно, знаете, вот эти все разговоры про свободные отношения у мужчин сразу заканчиваются, когда жена говорит так, свободные отношения? Отлично, дай телефончик своего друга. Угу.
100%. Сразу начинают, такой, зачем тебе телефон другой? Mm-hmm. Ну, свободное отношение, я хочу с ним перепихнуться, давно меня привлекает он. И знаете, мужик такой сразу, в смысле, не-не. В 99% как бабка отшептала.